прошу, прошу. Дима первый так сказал. Давайте, давайте, Олаф, вставайте. Вот смотрите, смотрите, сейчас задание, Рамазан. Пишем, пишем. Вот сейчас смотри, даешь им задание, распеваешь их. И, сразу даем, да? Да, и ты улавливай, во-первых, что, вот, когда двое поют, задача какая? Первоначальная, чтобы что? Унисон, совершенно верно, умничка, чтобы был унисон. А потом уже, как, понимаешь, это уже мастерство твое, как начинающего преподавателя. Вот двое поют, а ты, вот такие нюансы, замечаешь, что у Степана, что у Дмитрия. Например, да, там Степан, вот ты прямо вот слушай. Тебе что, больно было так? Как? Так. 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 Ну не больно. У меня в горле першит и... как будто щипит. Я сердце прикомпал. Это что, чижик-пыжик, что ли? Да, это... это все, а я думала, ты чижик-пыжик хочешь разбивать. Раз, два. Мне так и нравится, я сейчас ехал и... Ну все, хорошо, отлично. Работай. Время 12:06. Кто бы нам шнуры спаял, а? Звукорежиссеры. Там что-то на максимум, да? Ну... Раз, два, раз, два, три, четыре, раз, 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 раз. Ну вы пока распеваетесь так, без микрофонов, кладите их сюда, чтобы они упали, давайте их сюда. Поем акустически, у нас лучше всякого микрофона живая акустика, наша ротоглоточная. Вперед и давайте. Они сейчас запутаются со слогами. Мама, 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 мама. Ну, я сам запутался. Спойте лучше на Нину. Нина, но на Нина, Нина, на. Нина, но на Нина, но на, да? Да любые слоги, просто у вас Нина. Рамазан любит с Ниной петь. Нина, 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 на. Вот и все. Нина, Нина, на. Все время «ни». Барабан выключите, ребята. Дребезжит. Отключите его. Он реагирует на вас. Стоп. Во-первых, нет ауфтакта, а в терапсриках стоят. Что это за вольгот? Ну что это? Вы шли покурить, что ли, на крыльцо в колледже? Подождите, Нина... Как... Нина, 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 на! Нина, 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 на. Окей. Ну, если где-то ино появится, мы не будем возражать. Хорошо. Все нормально. Давай. Так. А вот так. А как удалить? Два. И. На и будет вдох. Вот давайте, учимся заново. Мы хорошо поработали вчера с Полиной по поводу алтарта. Он нам дает два. И. На и будет вдох. Нет. Короткий два. Ритмичный вдох. Два. И. Нина, 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 на. Два, вдох. Ты куда сразу на октаву? Я тут
разбираемся. Два, вдох. Нина, 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 на. Никаких автоматических. Вот смотри, вот у вас смотри, какой замечательный преподаватель. Поем. Еще на тон ниже я молчу. Два. Сам, 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 давай. Что? Два и. А. Два и. На и вдох, то есть два. Он старается.
получается, давайте сейчас так, и Дима, и Степа. Хи, хи, хи. Ну-ка, давайте похихикаем. Чувствуете, что зажима нет? Да. Зажима нет. Вот сейчас с теми же самыми ощущениями на то, на полтона выше. Со Степаном, да, попеть? Да. Солнышко.
Ты пока присядь. Можешь пока присесть, там поанализировать там. Да. Нужно именно поанализировать. Быстро находи. Вот именно АУ, вот это мы опять тратим время. А что, на микрофон, да, получается? Да, ты сейчас микрофончик. Ну вы же можете прийти запаять эти шнуры несчастные. Что ж такое-то, а? Ну, ничего не работает. Не все. Да? Не все. Не все а, могут. Ну, включим. Ну ты видишь, они. Как это выключить интернет, пожалуйста? Интернет не включен. Ну, что? На. Что такое? На. Так. Как работают вот такие микрофоны? Как? Очень сложно. Сложно, конечно. Здесь нужно от ощущений, понимаешь, Стёп? От ощущения твоих личных, когда ты будешь переходить. Степан, да? Найди, пожалуйста, минус. Когда меняются режимы. Минус. Ой. Так, это у меня получается сейчас The Weeknd искать, да? А я сейчас посмотрю, что у нас там дальше по сцене. А, у меня потом мастерство. Индивидуальное, но не факт, что придут студенты. Слушай, я не знаю, это оно или нет, но я не уверен, что это минус. Дима, у тебя сегодня нет. Классная рубашка. Спасибо. Прямо. Верхний был для себя. Верхний нет, ну и ладно. Рубашка хорошая. Она же... Строгая. Я так в этом раз нужно вообще будет вместе. Сложно судить, потому что... еще... Ну так тональность рули. Меняй тональность и пробуйте. Почему? Не, ну да на полтора, на два. Он же в фальцете все. Или так она там на фальцете. Она там так поется? Да. Она вся на субтоне? Да. Да? Ой. Да. Ну пусть попробуют. В этой тональности. Во-первых, смотрите, очень полезно менять тональности, чтобы развивать свой гармонический слух. Согласны? Угу. Просто взять и попробовать в одной, в другую, в третьей, в пятой, в десятой. Не надо улыбаться. Давай, включай. Все нормально. Подскажи. Не знаю, что сам поешь, что это тона. It's look like a magic. Cause I see nobody, nobody but you. I never can find you. Hey, I'm so used to beating you. So I know when you call, not expected. Cause I hate. Ой, как получится. And you deserve this.
Блин, я даже не знаю. А вот ты сам должен сказать, может быть... Какая первая страна с одной этажа? Я же тебе сказала, полезнее. Так, так там же... Что? Я же тебе говорю, понизь на полтора. Полтора? А я думаю, что такое? Ну, вроде легче стало петь-то. Может быть, потому что окреп, а? Как-то я волновался, просто... Да ты волновался! Я часто волнуюсь. Смотри, а ты не волнуйся. Вот, Степан, что все руку прижимают себе? Прямо вот так рука вся зажатая. Если хочешь, ну, держись за стоечку, как бы. Пусть она тебе будет... Ну, как бы твоя подружка, что ли. Попробуем в другой тональности. Окей, хорошо. Окей, поехали. Окей. Пробуй. You make it look like it's magic. Cause I see nobody, nobody but you, you, you. Never confused, never hate. I'm squeezed from beating you. So I know when you go unexpected. Cause I hate when I'm home unexpected. So I'm gonna keep for you. Не то хорошо, в другую идет детонация, потому что натягивает. I'm gonna keep for you. Girl, you're worth it. You're always worth it. You deserve it. Your birthday, birthday. Cause girl, you earned it. Girl, you earned it. You know all love would be tragic. So you don't pay it, no mind. Believe in all lie. You're my favorite kind of lie. Все, ну, достаточно. Да. Мы трудно ориентироваться в этой тональности, вообще трудно. Но ты же ориентировался? А куда? Надо прыгать, надо пробовать. Вообще. А что касается голоса? Тебе было где лучше-то? Где комфортнее? Вернуться выше? Да мне на высоких, то, в принципе, комфортно было. И выше было комфортно. Я хотел сказать, что... Давай, я молчу. Не, видишь, ты тут дирижу. Тихо, давай. Внизу, вот какая-то там нотка прозвучала внизу, я же прям поплыл. Я хотел сказать, что этот исполнитель, он там микстует очень прямо, вообще везде практически. Он кстати, сам по себе... поводу твоего вопроса, Влад послушал, сказал, это 100% программа. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Да, он говорит, 1000% программа, так что... Я про то, что там нужно микстовать, а Степа, он это... Как-то пытается нагрузить. Да. Ну, короче, вот идет такой под этот. Ну, так и учи, чтобы он облегчил все. Ну, это голова. Нет, но она там... Нет, он микстует не на таких, не на вот этих нотах. Здесь не может быть микста. Если он... Подожди. Вы что-то путаете. Нет, может, почему? У всех у нас, нет, ну, у нас вообще, в принципе, может быть, на протяжении всего диапазона мы можем мешать регистры. Ну. Мы их можем вообще на протяжении всего диапазона генерировать, изменять автоглотку и давать вообще всю песню миксовым звуком. Но я не слышала, конечно, оригинал, понятия не имею, о чем вы говорите, но почему нужно обязательно петь как оригинал? Вот вы мне объясните, а? Ты тоже пришел, у тебя такая голова, как он тут поет, это программа. И вот ты запомнила, ты, как он это поет, ну что за... Я про то, что там она такая, ну как легкая такая, полетная, а уже будет не так, если ба-ра-ба-ра-ба-ра-ба. Вот так вот. Ну не будет он так петь. Не, ну я имею в виду, что на груди, наверное, не так прозвучит. Сейчас нужно просто, вот мы попробовали, сейчас ты поднял на 2. Я сейчас отпустил. Ой, опустил на 2? На 3. На 3? На 3. Подними сейчас на
половину. То есть на минус делай тон вниз тон от того, что пелось. И прямо не надо до конца ее петь, сейчас нужно определиться. Для того, чтобы вообще вот то, что, о чем говорит Рамазан, Стёпа, для того, чтобы сгенерировать звук, ему время нужно. А вы все рвете, как тузик грелку. Когда звук урождаться? Ну вы меня простите. Но он не может, он не может быстро родиться. Это можно просто, ну, вот поиграть там, кого-то поизображать, там, животных каких-то, все это мы можем. Но в песне все равно звук уже нужно время. Даже если вот он там в оригинале рвет, как тузик грелку, пусть он там рвет. Ну, наоборот, рвет. Ну, вот видишь, он не рвет, оказывается. Ну, вот. А давайте послушаем оригинал. Не надо, у нас времени нет. Так, потом пришлете, я послушаю. Хотя бы начало 15 секунд. Нет, поем. Look like it's magic, 'cause I see nobody, nobody but you. You can. You make. You make. You make. I'm never confused.
see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I know when you fall unexpected, 'cause I hate when I'm wrong unexpected. Так, хорошо, поднимаем. Да. Пробуем. Поднимаем теперь. Ты детонируешь. Сам слышишь, что ты детонируешь? Я хочу выяснить все-таки, что у нас. Проблема тональности. Такое бывает. Такое бывает. На тяге не хватает, как бы все. Либо все-таки там ты мелодию. Вот скажи мне, ты ее хорошо знаешь? Ну. Знаешь. Ну знаю, да. Ну знаешь. А вот тогда бой, если знаешь. Вот и поем. Там, да. Там, 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 поем. Хорошая была сейчас подача. Отличная. Так и поем. На полтора занять. You make it look like it's magic, 'cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, 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 I'm so used to beating you. Под нее интонировать, в принципе, и, ну, оригинальный минус ушел, вот. Это, понимаете, нужно, наверное, точно выучить мелодию и уже с минусом вот играть, петь, а потом... А ты владеешь у тебя? Да у меня вообще нет ни музыкальной школы, нет, я как бы владею. Ты что писал, преподаватель? Ты говорит, выучи, сыграй. А что там играть? Включил видео и там вот много этого. Нет, я могу по аккордам играть, но именно что вот... Мелодию? Да, мелодию именно основную. То есть ты имеешь в виду голос? Ну, что ли? Сложно. У тебя есть музыкальная школа? У вас же нет музыкальной школы. Мы же звукооператоры. Ты понимаешь, у них все, у них и сольфеджио. У вас же есть сейчас сольфеджио. Конечно, конечно. Все, и вокальный ансамбль, как они партитуры читают, как они поют. Вы же ходите на ансамбль? Да. Ну вот. А как вы разбираете партитуры? Нет, ну мы базовые какие-то основы знаем, конечно. Мы бы сюда не поставили. Я просто не могу ловить вообще мелодию. Да, я... И... Да просто разобрать мелодию. Я поэтому не могу уточнить, как бы там детонация идет. Но я-то слышу вроде, потому что здесь гармония-то примитивная. Там ничего, там песня про хей-хей. А что ты хотел, чтобы мы послушали? Свой. А здесь вообще, включай быстрее. Все, все, все. Быстрее включай. А ты дома поработал, Дима? Свои. Там тоже нюансы. Вы записываете себя и посылаете видео. Это очень полезно. Поставили телефон и записали себя и прислали. Как это там слышно? Но он все-таки тенорой или
наверняка. Вы все хотите где-то там. When my river rhymes to start to play, dance to me, make me sway. Like a lazy ocean has this turn. Hold me close, sway me more. Like a flower bending every breeze. Bend with me, sway the ease. Then the desert. Что-то там. Поем? На-на-на. Бришь сейчас? На-на-на. Oh, the desert. Нет, на-на-на. No, на-на-на. Там еще не будет сложное. Я вам говорю, прям вообще. Я вообще не могу понять. Вроде два аккорда сыграют гордо и непонятное, может, что там. Может, вообще какая-то. Навороченная мелодия, как бы все. Но там были интересные подачи у тебя. Мне понравилось, что он как бы у тебя такое дерзновение хорошее в плане того, чтобы искать себя. А здесь, понимаешь, в этой песне хотелось, ну давай. Молчу. Не подходит, да, манера вот это исполнение. Она хотелось такая. Ты ту манеру, молодец, Рамазан, ты ту манеру ты переложил на эту песню. Да. А там нужна она прямо такая. Своим голосом можешь даже давать где-то носа чуть-чуть. Давай. В этой тональности же, да? Ну, ты понял же? Да. Поехали, пробуем. Ну, там Бриш, может быть, вниз какой-то. Это же какой-то разговорный такой. Sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway the ease. When the desert has a way with me, stay with me, sway with me. I know what's out of order. Да, его, ну... Молодец! Во-первых, нашел петь. Тебе вещь нравится? Да. А что я нашел? Я же ее хотел петь. Ну, так сказать, ты много чего хотела. Тут, смотри, звукооператор с полпинка. Раз и выучили. Еще пара дней, ты ее будешь знать. Мелодия-то замечательная. Класс. Поднимай, не низко будет бридж. А здесь у него запас. Поднимай, говорю, на тон еще! Что я сижу? Пробуй. Значит, здесь просто он из двух часа, да? А потом идет. None of us in the way on the floor. None of us but a one I knew. I don't mean I don't want I don't know. What I found I don't want. Наталья Викторовна, ну, неправильно то, что вот такая разговорная. Она же там... Я имею в виду не разговорная в плане понебратства вот того, что сейчас просто немножечко Степа, ты так, ну, на отстань. Да. Я имела в виду грудной регистр, без придыхания. Я имею в виду, что вот регистр, в котором ты разговариваешь, вот им и поем. Там... Он грудным называется у нас. Ну, давай, давай. Знаешь, Степа, пой на легато все. Вот там она вся на легато. Если вдруг тебе где-то захочется, ну, в характере что-то и бросить, ну и брось. Да, ну не вся песня. Да, происходит. Да, то есть, I'm reading one. Можешь здесь, можешь не тянуть здесь. Ну, то есть, Она такая, ну, это
интерпретируете. Интер как переводится? Ну, как производство. Вот и производите. Вот и производите собственное. Да, ну все. Поем. Ocean hearts for sure. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend the knee, sweep the ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. All the dancing with me on the floor. Deep my eyes are alone. Hold me close, sway me more. Like a flower waving in the breeze, bend me, sway the ease. Then the best you have a way with me. Stay with me, sway with me. Так, ну, тут я. Браво! Браво, мы тут с Димой, тебя пытаемся ослабить. Подписывайтесь на канал. Между прочим, это хорошо, когда идут какие-то эти... Надо всех выучить, потому все что... Все равно оставляешь придыхательную манеру. Не тут, но звук отбирается. Давай так. Встань в пикапе. Как? Позаигрывай сейчас со мной. На этой фразе. Какой? Ну, на первой. На всех. На первой. Тебя ладно? Да, да. Да без... Ну, без дых, без этого. Можно я на первую давай. Строчечку выучу? Музыку давай там. Лорд Эзбург, докажи мне, что ты самый лучший. When my river runs is hard to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs me sure. Hold me close, sway me more. Yeah. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway the ease. When the dance you have a way with me, stay with me, sway with me. И плотненько, бридж пошли! Like the lady you love.
понимаешь, они вот сейчас вот чуточку не достал, все вроде по теме поет, но они должны вставать куда надо. А им нужна натяжечка, подтяжечка. Возьми эту нотку. Сверху давать, Стёп. Вот ты видел когда-нибудь, как прыгают с шестом? Что? С шестого этажа? С шестом! Прыжки с шестом. Вот так. Ты видел когда-нибудь? Ну да. Сколько у них еще запаса до до планки? Ну, прилично. Ну, наверное. Ну, прилично. То есть, если посмотреть, прилично. То есть, если они вообще впритык, они же планку собьют. Поэтому у них запас идет. Вот мы точно так же должны петь как бы запасом, но здесь есть что опасность? Какая? Завысить. Завысить есть опасность, понимаешь? Вот поэтому нужно вот как бы вот тут все-таки балансировать. Ну давайте. Что? Тихо. Тихо, конечно, так тут не выведено. With me, make me sway like a lazy ocean, heart be sure. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bending me, sway with me. When the dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Плюс два от оригинала. И какая она там по счету, как смеется? Вторая. Майкл Бабл Свей. Это версия Майкла Бабла. Версия Майкла Бабла, и тебе нужно Sway. Поднять. Все, можешь сфотографировать. Тебе нужно плюс поднять на тон. На тон. То есть ты вверх берешь. Вот что значит, что он слушает вот, зарубежную попсу и певцов, у которых сумасшедший идет выхлоп с воздухом. Эта манера лежит у него в голове. Вот подойди еще раз поближе, вот прямо к Рамазану. Спой просто вот эту тему на легато. Без всякого выброса воздуха. Просто в одной ниточке. Да, вот просто вот ее спой. When marimba rhymes to start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Скажи честно, ты сейчас постарался просто для тетеньки не выдыхать? Да? Да, наверное. Ну, постарался. Так я не выдыхал, ну так я там тоже так же был. Нет. Очень много было воздуха, но сейчас как бы из-за того, что ты не в привычных условиях, у тебя вот поставили как бы непривычные голосовые условия, попросили спеть как бы вообще без вот таких вот выхлопов, пошла небольшая детонация. Сейчас давай еще разочек и помедленнее. Не надо, акапелли, давайте еще разочек. Я хочу, чтобы он себя послушал. Чуть-чуть. When marimba rhymes to start the play, dance with me. Стоп. Смотри, что было. Play. Play. Вот что было у тебя?
play. И все. И пошел продув, пошел. Play. Вот значок как. Okay. Подержи-ка ее. Play. Держи, держи. Play. Play. Держи. У тебя что, не ходи уже нет, что ли? На две ноги обомри. Не жми, не связь. У тебя нет воздуха сейчас, ты их плотненько сомкнул. Я не против того, чтобы применять субтон. Дима, ты тоже слышишь, да? Я не против. Но он как бы часто очень. Я считаю, что это просто считанная манера. Вот тот, да. тот певец, который в предыдущей песне, ты его любишь? Конечно. Ну вот. Ты много его слушаешь. Ну и ты же говорил, что зарубежных больше слушаешь. Да. Это твое право, это замечательно все, но ты понимаешь, что ты должен быть разным? Ну, конечно. Вот, ты не можешь быть одинаковым, и песни разные, и по стилю разные, то есть это латиноамериканская музыка, вот это все. То есть, это не блюз, это... Тут она такая, как будто ты сидишь, что тут нет такого всего. Поэтому ты должен быть разным, должен уметь быть разным. Хорошо. Еще разочек поем прямо акапельно. Понял, да, сейчас как на обложке поставил? Ну, play. В самом конце на экране тянем E. Play. Да, а потом закрываем на экран. Все, выходишь. Play. В E. Ты держи А. Вот это. Play. Play. Хорошо? Да. Хорошо. Не вводи ее, вы не закрывай. Play. Так вот не надо. Ее надо петь, ну, пусть она будет короче. Если ты понимаешь, если вокалист чувствует, что там мне не нравится, ну закрывай его звук. Ну не на выдохе. Просто закрой его. Да, и Е не надо петь. Как мы закрываем звук? От чего закрывается вообще звук? Ну как вы думаете? От чего образуется звук? Связь смыкается благодаря чему? Воздуху. Если мы прекращаем подачу этого воздуха, то что? Прекращается звук. Ты просто закрываешь. Мы называем закрытие, то есть мы закрываем просто, диафрагма. Мышца просто перекрывает все, воздух, подача воздуха прекращается. И останавливается звук. Поем. С минусовочкой. Давай. Отлично. Я прямо так и хотел тоже. Start to play, dance with me, make me sway. Wait. Sure, hold me close, say me more. Посмотрите, что произошло. Дяденька с тетенькой сказали, да? Там о продлении, там о продолжении. Ты стал их все искусственно продлять сейчас. Ну да. Нет. Понимаешь, Стёп, как бы... Это уже сейчас была тенденциозность, то есть то есть они все получились вот как бы одинаковые. Поэтому как бы нужно находить золотую серединку. Да, и не перед... Ты нас послушал и забыл. Вот я тебе честно говорю. Когда вокалист выходит петь, он уже забывает. Да, это очень хорошая, между прочим, методика. Очень хорошая. Послушал, а когда поешь, забыл. У тебя все равно в подсознании остается эта информация, но ты сейчас пошел методически. Ты пошел методичным путем, как бы вот тебе сказали, и я буду это делать. Нет, пой это от души. Но ты просто, ты понял, каким разным может быть звук. Это просто техника пения, техника, разный звук. Мы его по-разному генерируем, подаем. Где с расщипом, с воздухом, где смычно, без расщипа. Без воздуха, без этой подушки. Поэтому пой, как душе угодно сейчас. Давай. И применяй, где хочешь.
aggressively make me sway like a lazy ocean. Hug the shore, hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend to me, sway with ease. When the dance you have bent to me, stay with me, sway with me. Разные, где-то ты оторвал, где-то ты даже сбросил вот с воздухом. Мне понравилось, молодец. Задание надо выучить бридж, выучить до конца. И слушал бы больше вот этот, ну, плюс. Садик. Вот именно манера, потому что она у него такая вот, ну, прям подходит вот к этой песне. Да, вот, класс! Кабачки сидит. Он классный. Что у нас за кабачки? Ну, кабачки его сейчас урожай. Кабачки. Я слушал Майкла Бабла, у него же есть этот... Feeling Good? Да. Хочешь петь эту песню? Не, это слишком жестко, мне кажется. Да, это, который ты взял, сложнее. Там петь нечего. Наверное. Да там петь нечего, просто что ее в свое время пели абсолютно все. Я сидела в жюри и думаю, опять песня про Филина. На конкурс? Песня про Филина уже под номером 9, уже 9-й конкурсант, поет все про Филина. Давайте тогда свой. Ну, потому что мы уже начали. Да, конечно, конечно. Учи, учи, учи. Классно, учи. Классно, конечно. Учи, это твоя вещь, она по характеру твоя, она классная. Ну, садись, отдохни. Дима, давай. Я только там переживаю, что там же, там еще в конце, там, по-моему, модуляции есть, и там он уходит высоко. 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 И, а мы еще подняли на тон. Да, он справится. Да, я уверен. Ты все время тоже переживал? Справился же? Ну и все. Я же чувствую, что у него запас есть. Ищем Диму. Не сменил минусовку? Нет. Оставил. Да. Магомаева, все. Тональность родная? Родная. Родная. Все должны ничего. Помнить. Тоже должен помнить, чтобы нам вот это вот все. Ну, по идее, ребят, вы должны их скачать, отправить как бы Рамазану. Рамазан мне отправляет их на почту. И чтобы нам здесь не тратить интернет, я включаю уже с... Ну, с проигрывателя, с музыкальным, уже не затрагивай интернет. Окей? Хорошо. Понятно, да? Mm-hmm. Все, то есть вы ее сбрасываете, и так будет нам легче. Так, по-моему, вот это, да? Угу. Это же за водичкой пока. Пой сначала, как вот с самого начала до конца. Давай, не едем. Там, там, там.
Хочется, тембр красивый, голос льется, это все замечательно. Дима, это все замечательно. Но почему не досиживаем эти верхние ноты? Они такие красивые. Там девочки стоят из вокального отделения, поют с тобой на втором этаже. Я говорю, идите в класс. У нас сейчас урок, мы с удовольствием. Понимаешь? Ночь пройдет, наступит. В самом конце только. Ночь пройдет, наступит. Проясное, знаю счастье нас с тобой. То есть вот эти все высокие ноты, это вот, вот прямо вот. А вы все пытаетесь какие-то обрезания делать. Вот. Рвете, да, вроде не рвешь, ну немножко не хватает. Найди это место, которое не точно. Что, потерял минусушку? Да уж ничего. Видите, как у нас? У меня вообще-то уроки сейчас идут. А они не ходят. Смотреть, солнце взойдет. Ведь в темноте же не видно ничего. Я прям.
хорошо. Есть у тебя девушка? Ну вот, тем более, зайдет, ты ее видишь. Поехали еще, дочка. Солнце зайдет. Без подкопа. Еще да. Раз. Говори. Ну там то, что, да, там правда, там маленькие. А ты прямо сильно вниз уходишь там. Солнце зайдет. Да, да, Терси. Не вяжешь, девочка. Пошли. Солнце зайдет. Хорошо? Ой, это как называется, крещендо или нет? Что? Динамику с этого, как называется, я забыл. Что, что? Я не понимаю вопрос. Как это называется? А, филировка. Филировка, вот. Филировка, и у него вибрато сразу же появляется. Ну, у звукорежиссеров у нас как? Вы что, микшируете звук? Мы все что угодно. Ну, это понятно, но я имею в виду, когда вы собираете, это называется смикшировать? В смысле? А как? В смысле? Ну, если убрать, вот сейчас... Убрать, убавить. А, просто убрать, убавить, не смикшировать. Мягенько. Такой терминологии у вас нет? Ну, это другое скорее. А что это? Там нет конкретной терминологии. Ну, в моё время было. Я говорю, микширую звук, допустим, ну так. Смешать. Ну, то есть, ну, вокалик называется сфилировать. Знаете, что такое? Филигранная работа. Ну, то есть такая тонкая, классная работа. Вот. Сфилировать звук. То есть сделать его резко потише? Не резко. Нет, резко. Как раз не резко. Да. Плавно. И свести его совсем вот на нет. Ну, плавно. Понимаете? Автоматизация. Ну, у вас сейчас сплошная автоматизация. Понимаете, в чем проблема сейчас? Сейчас кнопку нажал, у вас там автоматически все это... Правильно же, да? Есть такие? Ну, на этом нет, но на других пультах есть? Ну, да. Ну, так как в живом человеке, что, кнопку, что ли, поставили? Ну, вот, поэтому давайте-ка, еще разочек. Давай. Тоже низко, Дима. Показать то, что у него хорошо. Правильно? Это нормально. Но нужно искать вот как бы вот золотую середину, поэтому красиво. Все отлично, у тебя есть там кульминация. А здесь уже солнце зайдет, как бы это должно быть так, как-то воздушно. Воздушно. Солнце зайдет. Мягче. Солнце зайдет. Отлично, но подкопчик-то вылови. Ну вот на... Да. Еще разочек. Солнце. Ну ты слышишь? Да. Да. Вот этого не должно быть. Если ты ниже опускаешься, чем надо. Там же небольшой. Солнце. Легато больше. О, на осени больше. Солнце. Да. Солнце зайдет. Отлично. Я себе налью кофе. Хочешь кофе? Нет. А чай? Нет. И чай не хочешь? И кофе не хочешь? И плюшку не хочешь? И даже вообще. Не согласила большое. В целом, можно? Да. Открывай. Конечно, открывай. Ну, сумасшедшая высота. Я вообще как это... Я как солнце взошло. А мне нормально почему? Ну, тебе, конечно, чушь тебе ненормально. С чувствами, с мягкостью. Нотку. Солнце. Так, стоп. Подыгрывай. Почему-то после вступления не попадаешь. Еще раз вступление. Подожди. Вступление включи. Услышь эту нотку. Нет. А. Что такое? Давай.
идет. Почему она стреляет? Ну я сейчас просто, чтобы было понятно. Почему нота стреляет? Давайте, работайте. Включайте голову. А что сделать, чтобы она не была? Ты действительно нагнетаешь, ты его нагнетаешь. Что нужно сделать, чтобы она не стреляла? Правильно! Что нужно сделать, Рамазан? Что нужно сделать, чтобы не стреляла это? Ночь прав. У тебя пра. Ночь пройдет. Вот у тебя идет ночь пройдет. Три как бы этапа. Ночь, говоря простым языком, пра громче, дёт еще громче. Если пра не будет на пра дать больше динамики, то третья выстрелит. Ну, либо дёт. Либо дёт можно просто облегчить. Ну, в плане, не так. Ну, да, ну, то есть, но, как бы ты, он сейчас все равно, понимаешь, для него сейчас основная задача интонация же еще. Проинтонировать, поэтому он опирает звук, но так сейчас сразу, ты уловил? Еще разок, отмотай чуть-чуть, ночь пройдет. Ночь пройдет, наступит хуже. Хорошо, другим путем пошел, молодец. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пока не надо. Но так как ты человек, прекрасно слышащий ритмический, ты пересиживать не имеешь права. Но нужно. И вот меня спрашивают, директор, ну как это так? Я говорю, вот так. Нужно сохранить ритмическую пульсацию, но пересидеть на ней. И перейти на С в самом-самом конце. Это срабатывает, потому что голова получила импульс. Пересидеть. То есть не торопиться. Солнце. Только в самом конце на С. Поем? Солнце зайдет. Абсолютно идеально. Сейчас было чисто, без ямы, без копания, было нежно. Но ты сейчас слишком пересидел. Сейчас включим фонограмму, и ты сейчас споешь очень хорошо. Это место отматываем. Ночь пройдет, наступит пора. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Вот посмотри, твое потрясающее вибрато носит как ежика. Понимаешь, почему? Потому что нет «о». С тобой ждет. Что, не успеешь ждет спеть? Куда оно денется? «О» поем. С тобой ждет. Не скидывайте гласные со счетов. Поехали. Я тоже. Ночь пройдет, наступит. Счастье нас с тобой ждет. Отлично! Ночь пройдет, пройдет, пока неясное солнце взойдет. Молодец! Солнце. Так, стоп, стоп. Ты сейчас, мне там очень сейчас понравился, несмотря на то, что там были небольшие детонации, ничего. Вокалист. Вот не туда. Вы ни частот, ни тембра, ничего нет. Вот ничего нет.
И вы, как специалисты, как люди, которые вот, занимаетесь вот, пением, ну вот в таком вот режиме, как уж у нас вот Бог послал, слава Богу. Сказать, товарищи, у вас это самое, восстановились ли там? Восстановились ли там? Вы звучите плохо. Давайте пробовать. И поэтому пробуем. Прямо отматываем, отматываем на это место. Солнце зайдет. Себя. Если у тебя, допустим, там субтоник, ее можно поднимать, будет... Будь здоров. Да, да что ничего. Будь здоров. Если он субтоник, можно поднимать. Здесь то же самое. Ночь пройдет, наступит луна. Сейчас ты очень хорошо спел. Я хочу спросить, вот эти подголоски, которые ты там, они, конечно, пока не в строчку, сам слышишь, что они не в строчку. Ты сильно хочешь их петь? Не знаю. Так мы тебе поставим какую-нибудь девочку будет с собой петь. Тебе да, зачем? Это классно же. Ладно, просто. Я могу и сам, но... Пока просто не... Пока еще не ориентируюсь. Ну давай мы тебе сейчас поможем. Пока... За их помощью именно ориентируюсь в материале. В материале, так. Ладно, подбери вокализик вот этот. Какие это нотки, помоги ими. Знал бы я еще... Ну так я сейчас помогу. А я здесь на что вообще-то? Не надо начало гонять. Солнце зайдет. Солнце зайдет. Вот идет ход. Но это мы не гибали. Нет. И ход непростой. Ну-ка пойдем капельно.
Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ну а почему мы ждет? Отрываю как тузик грелку. Не рвем. Это понятно? Потому что у тебя на О шикарная вибрато с тобой ждет. А если ты отрываешь, ты О уже бросил и дождет. Еще разочек пою. Наступит, С не поем. Ночь пройдет, наступит утро. Нет, нас С не поем вообще. Не сидим на ней. На глаз. Ночь пройдет, наступит утро. Ясное. Знаю, счастье. Не рвем. С тобой ждет. Отлично. Ночь пройдет, пройдет пора. Солнце зайдет. Чего же мы не тянем-то? У нас свобода, там воздуха. Тянем, тоже красиво же будет. Еще разочек. Ну ты же сейчас с пёртом соединил. Да какое было вибрато красивое. Это вы себя просто сами обделяете. Это не говорит о том, что ждет. Сейчас я вам выдам.
Нет, ну ты слово-то подай. Прямо слово не слышала. Еще разок, а ты слышал? И я не слышала. Поем. Сейчас припев будет. И потом второй куплет будет. Ночь пройдет, наступит. Да. Да, я вот тоже хотел сказать. Ты же завершаешься. Он набрасывается. Ты накидываешься на нее. Ночь пройдет, наступит утро, и счастье быстро. И потом пройдет, наступит вешнее, но и счастье нас с тобой ждет. Тоже допиваешь, ты успеешь взять дыхание. Ночь пройдет, полнет пораненосная. А здесь-то ты не берешь нам перед солнцем почему-то дыхание. А? Ночь пройдет, пойдет, пора. Ну-ка, пойдем, как это? Ночь пройдет, да, там. Ночь пройдет. Дай тут. Thank you.
Нос убирай. Много носа. Убирай нос. И воздуха дай, Дима. Вертикалью. Отдыхай. И какую-то еще давай-ка темповую, ищи себе песню. А? В параллели. Потому что ты по записям будешь работать с этой песней, чтобы мы разные подключали рычаги. Это была у нас кантилена, здесь у нас короткое дыхание, здесь интонация, здесь, ну, в любой песне там масса всего. Что-то возьми темповое. Поищи себе. Что-то темповое. Здравствуйте. Отдохнуть можно не на секундочку. Да, это замечательно. Да. Я хотела сказать, что мы не будем идти на уроки в пятницу уже, да? Угу. В пятницу уеду, я думаю, все равно. Ну ладно, ты такая загорелая, красивая. Загорелая? Да, что-то прям загорелая, да, Дима? Нет? Не знаю, может, свет так падает. Это, я сделала домашнее. Можно я вам отправлю? Хотя можно. Можно быть правильный или нет? Нужно, я проверю и отправлю. Все, выделю красным, что не так. Окей? Хорошо, да, все, давай, давай. Счастливо. Прекрасно выглядишь, Саша. Спасибо. Давай, счастливо. Я еще раз спросить хотел, просто сколько можно на эту практику человек, а то у меня желающие и знакомые появились. Вы понимаете, что у меня сейчас по идее уроки идут? У нас всего 45 минут, Дима, милый. Мы можем Блицева, конечно, быстренько где-то там послушать, что-то посоветовать. А вот так уже вот плодотворно мы сейчас, вот у нас получается, мы два урока. Мы третий урок занимаемся, времени 13:40, то есть мы 1:40 уже, понимаешь, вот занимаемся сейчас 12 часов, потому что у меня опять не явились двое студентов третьего курса на индивидуальное актерское. Ну вот что, ну мы в любом случае, мы отдаем государству, как это, ну, педагогические часы, работаем с вами, и я с радостью с вами работаю, но вот в следующий раз кто его знает, вот они явятся или не явятся. Как вот знать? Вот как знать? А ты имел в виду кого? Наших студентов из Лука? Сокурсников? Нет, вообще есть из 4-й курс, из медные духовые, элитарные. Ой, точно, буду, здорово, спасибо. Ну пусть подойдет. Вот. И есть еще человек, который из художественного училища. Ну пусть подойдут. Ну пусть подойдут. Знаешь, когда пускай подойдут они? Вот в следующую среду, но не в 12 часов именно. Давай послушаем в твои уроки. В 5 часов, допустим. А? Давайте. 5 часов. Пускай подойдет. Это уроки Рамазана там, у него их очень много. И постановка концертных номеров, и специальность, мастерство актера, 2 урока. А он ходит еще у меня дополнительно с народниками. У него сегодня будет актерское мастерство с курсом. Поэтому, ну пусть они в среду, в следующую к 5 часам подойдут. Мы их продиагностируем, что-то посоветуем, да? Ну, чтобы они тоже с песней с какой-нибудь. Пусть они подберут на их взгляд. Угу. Ладно, Ленечка, беги. Счастливо. Счастливо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, молодой человек. Что делать будем со здоровьем? Что делать? А, зачем? Да, Виктор, а сегодня Александр Владимирович не должен быть? Он скажет. Ой-ой-ой-ой! Александр Владимирович, надо сказать, у нас Маша же заболела. Ай-яй-яй! Сейчас подожди. А то ведь он же придет. Он сегодня в 4 часа к тебе придет. В 4? Ну ты будешь твои суды бить? А я хотел над этим поработать. Над чем? Сколько можно работать над тем? Все, мусолим.
Так. Ты мне скажи, мне его вызывать? Да, вы там будете на сегодня, пожалуйста. А когда? В пятницу? Да. Безобразие. Ну я хочу поработать. Ты понимаешь, что мы потом у нас шарманка прям. Разлука ты, разлука. Ну что такое-то? Ну одно так одному. Сколько можно петь-то уже, мусоль? Сейчас. Александр Валерьевич, дорогой, добрый день. У нас не будет Маши, Маша заболела. И к Рамазану сегодня вы не приходите. Простите, что так поздно, но вот как-то вот так. 14:25 должна была у нас быть Мария, но ее не будет. Дай Бог ей здоровья, скорейшего выздоровления. Всего доброго. До свидания. Мне надо, наверное, его набрать, чтобы он услышал звонок и послушал сообщение. Здесь позвоню сейчас. Надо выключить.